Личный состав Волжского спасательного центра в борьбу с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции включился одним из первых. Среди масштабных операций подразделения – дезинфекция Самарского международного аэропорта. Площади воздушной гавани были обработаны самым тщательным образом. Не менее тщательная обработка была проведена на всех значимых объектах транспортной инфраструктуры региона. Схожие задачи спасатели будут выполнять и за пределами области. Подразделение Волжского спасательного центра приступило к дезинфекции социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей в Дагестане. В служебную командировку в республику специалисты радиационной, химической и биологической защиты убыли еще в субботу 23 мая. Уверен, личный состав выполнит с честью поставленную задачу, как это было уже не раз на территории Российской Федерации. Пожелаем ребятам в кратчайшие сроки прибыть, помочь дагестанскому народу. И после выполнения задачи мы ждем всех здесь, в Самаре. Приказ на месте выполняет личный состав в количестве 60 человек и 14 единиц спецтехники. Марш-бросок протяженностью около 1500 километров прошел в штатном режиме. Колонна спасателей прибыла в Махачкалу, откуда личный состав будет распределен по наиболее проблемным зонам республики. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии.